Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 19 февраля, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из второго соборного послания апостола Петра, глава 2, стихи с 9 по 22. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице – пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор на второе послание, соборное послание апостола Петра, на внушительный отрывок, координаты которого следующие, глава 2, стихи с 9 по 22. И в этом отрывке, в этой главе, затрагивается нравственный аспект лжеучения и вообще безнравственного поведения в церкви. А наипаче для апостола безнравственно прежде всего то, что люди искажают Слово Божие, они искажают понимание Слова Божия. А самое главное, к чему ведет нас Библия, к чему ведет нас Священное Писание, это исповедание, что Иисус Христос есть слава Бога Отца. То, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Что Иисус Христос пришел в этот мир, воплотился от Пресвятой Девы и учил нас, учил апостолов, создал церковь, пострадал за наши грехи, умер на кресте, был погребен и в третий день воскрес. Вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца и придет на землю судить живых и мертвых. Именно к этому нас подводит Священное Писание. И тот, кто выступает против этого, тот и является таким безнравственным человеком.
Но в целом этот отрывок обличает и в целом любую безнравственность наипаче в пространстве церкви. И мы здесь говорим только о пространстве церкви. Нас не интересует, что находится за пределами ее, потому что нас интересует наша личная судьба, наше спасение. Как говорит Серафим Саровский, «Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это очень точное замечание для каждого христианина. Следи за собой. И эта мысль глубоко укоренена в учении Господа Иисуса Христа, когда Он говорит о том, что кто ты, обличая сучок в глазу брата твоего, а в своем и бревна не замечаешь. Поэтому будем наблюдать прежде всего за собой. А вот что говорит апостол Петр о безнравственной жизни. Кто такие эти безнравственные люди? Они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление. Ну, действительно, апостол Петр говорит о том, что животные рождаются на уловление и истребление друг другом и человеком. Данные в пропитание человек, для человека, животные поддерживают нашу жизнь. Это необходимый материал для строительства нашего организма. И эти люди злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Люди безнравственные, которые своей безнравственностью пытаются опровергнуть Слово Божие и злословят то, чего не понимают, они в растлении своем истребятся, говорит апостол Петр, сравнивая их вот с этими животными, которые рождены суть для того, чтобы быть водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во повседневные роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. И здесь говорится о нравственном растлении, о похотях очей, что когда человек растлевает себя, свою жизнь грехом. И здесь не просто какая-то философия, какая-то сверхъестественное откровение. Здесь вскрывается даже просто здравый смысл. Ведь плотские похоти, какими бы они ни были, это страсть чревоугодия, страсть блудная, она всегда, страсть винопития, она всегда себя необходимым образом должна подпитывать. И она человека не делает целостным, она его растлевает и разбивает на маленькие кусочки. И ему нужно вновь и вновь удовлетворять свою потребность. Чувства и качество восприятия, а ведь эти страсти основаны на трепетном восприятии первого вкушения запретного плода, всякий раз эти страсти необходимым образом заставляют человека увеличивать дозу этих потребления того вещества или тех действий, которые приводят человека к наслаждению. И постепенно трепет первого восприятия теряется. И человек должен все глубже и глубже погружаться в удовлетворение своих страстей. И в этом смысле он становится сам рабом этой страсти. И она полностью завладевает его естеством, что он уже не может не страстными глазами, не глазами греха смотреть на что-либо. Господь Иисус Христос на Нагорной проповеди говорит об этом, говорит о том, что человек вот с такими страстными глазами, порабощенный греху, раб греха, он и говорит об этом. Говорит о том, что человек, смотрящий на женщину с прелюбодеянием, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Он говорит как раз-таки о таком человеке, о рабе греха, который становится полностью рабом своих желаний. И вот против таких людей выступает сегодня апостол Петр. Это 2 глава, 9-22 стих 2 соборного послания апостола Петра. И надеюсь, что эти слова глубоко лягут на сердце каждого
христианина, что он будет назидаться ими и вдохновляться, бороться со своими страстями, понимая, что без этого жизнь христианина бывает неполноценной. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам всем. Радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей.